Дорогие гости! Дорогие друзья! Событие, которого мы все так ждали, наконец наступило. Научный бал объявляется открытым! В соответствии с традицией бала имеем честь объявить первый танец. Звучит полонез! Thank you.
начинаем торжественную церемонию награждения победителей научно-творческих конкурсов Российской академии музыки имени Гнесиных. По устоявшейся традиции она проходит в форме новогоднего научного бала. Наш бал – яркий пример того, как быстро и прочно в нашу жизнь входят хорошие традиции, без которых мы уже не мыслим предновогодних гнесинских праздников. Рады сообщить, что наши мероприятия становятся все более популярными. На конкурс научных проектов «Консерваторская наука» и конкурс медиакомпозиций «Звуковая среда современности» в этом году поступило почти 100 заявок из всех консерваторий страны. Мы рады, что наша дорогая академия развивается, привлекает новых друзей, завоевывает престижные награды и премии, укрепляет позиции в международном пространстве. И главное, она растет. В ней становится все больше гнесинцев, взрослых и юных, идущих нам на смену. Мы ждем прибавления даже в семьях. Это самая лучшая примета и яркий символ нашего развития. Недаром во всем мировом искусстве детство связывается с надеждой на будущее, вечной молодостью и обновлением жизни. Добавлю, что молодеют и наши конкурсы. В этом году к участникам-студентам присоединились и совсем еще юные музыканты из музыкальных училищ и студенты других творческих вузов. Поэтому сегодняшние финалисты одержали свою победу в острой конкурентной борьбе. Выиграл только каждый пятый участник. Это настоящий успех. Итак, сегодня мы разгадаем главную интригу этих мероприятий и, наконец, объявим победителей. Для начала кратко напомним главные особенности нашего бала. Прежде всего, это не просто бал, а итог научной деятельности 18 музыкальных учебных заведений Российской Федерации, среди которых все 10 консерваторий. Московская, Санкт-Петербургская, Астраханская, Казанская, Нижегородская, Новосибирская, Петрозаводская, Ростовская, Саратовская, Уральская. Ну и, конечно же, Российская академия музыки имени Гнесиных. Благодарим вас, дорогие друзья, за внимание и интерес к гнесинским научным мероприятиям. Но также в нашем великолепном списке, помимо консерватории участников, представлены проекты из других творческих вузов и средних учебных заведений. Это Всероссийский институт кинематографии имени Герасимова, Луганская государственная академия культуры и искусства имени Матусовского, Московская школа кино, Московский государственный институт культуры, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Сибирский государственный технологический университет. Замечательная группа учебных заведений. Благодарим! Итак, о правилах новогоднего научного бала в Российской академии музыки имени Гнесиных. Все проекты победителей были представлены в виде фильмов или видеороликов. В связи с этим просим обратить внимание, в момент награждения лауреата на экране будет показан фрагмент из его работы. Помимо дипломов, лауреату представляется право выбрать билет из волшебного аквариума, который держат наши прекрасные помощницы. В нем зашифровано предсказание либо пожелание на будущий год, которое непременно принесет удачу. И это проверенная практика. Все лауреаты прошлых лет подтвердили высокий процент сбываемости предсказаний.
Лучшим аргументом является присутствие в числе лауреатов 2023 года тех, кто уже побеждал в 2021-2022 годах. Кажется, эти участники разгадали секрет успеха и с удовольствием внедряют его в практику. И, конечно, наш бал требует прекрасного, интеллектуального, насыщенного помещения, соответствующего красоте и статусу мероприятия. Российская государственная библиотека уже третий год подряд предоставляет нам зал дома Пашкова. Мы за это чрезвычайно благодарны ее директору Вадиму Валерьевичу Дуда. А сейчас слово для приветствия предоставляется ректору Российской академии музыки имени Гнесиных Александру Сергеевичу Рыжинскому. Дорогие друзья, вы знаете, третий научный бал уже само по себе звучит очень красиво. Знаете, когда-то Льюис Кэрролл в «Охоте на снарка» сказал, что сказано трижды, то верно. А значит, верно то, чем мы здесь когда-то решили заняться, даже до конца не представляя, что же скрывается под этим словосочетанием «новогодний научный бал». А сегодня, я честно скажу, уже не мыслю переход в Новый год без этого непременного атрибута и нашей гнесинской, и, наверное, уже общей консерваторской жизни. И то, что сегодня сказали, это, на самом деле, поразительно, я же до конца еще не знал, итоги еще не подводили, но вот эти первые предварительные итоги по количеству участников, по представленности всех наших вузов, говорит о том, что действительно консерваторская наука стала по-настоящему консерваторской наукой. Это замечательный конкурс, который в обязательном, просто в таком необыкновенно новогоднем порядке должен заканчиваться вот этим потрясающим балом в этом здании, в котором, по-моему, все дышит как раз вот той еще эпохой, к которой мы сегодня обращаемся. И я каждый год, теперь уже могу так говорить, каждый год смотрю на тех, кто является гостями, кто является победителями, узнаю уже тех, кто был в прошлый, в позапрошлый раз, и ловлю себя на одной мысли о том, что какие у нас потрясающие, красивые девушки и женщины. Потому что именно здесь, на балу, можно представить всю вот красоту, настоящую красоту, которая связана с этой, как казалось бы, уже утерянной культурой, культурой бала. Но когда я кому-то рассказываю о том, что здесь, в этом зале, под живой оркестр продолжается дивная российская традиция, традиция бала, конечно, к нам и хотят присоединиться все больше и больше число участников. Поэтому наряду с нашими консерваториями, с нашими институтами искусств, институтами культуры, я сегодня услышал технологический университет, ну так это же здорово, значит, не только искусство, уже у нас и технологии пришли к нам. Ну, слава Богу, значит, мы идем вперед. И дай Бог, чтобы традиция нашего общего, не только гнесинского, а такого общеконсерваторского научного бала продолжала жить дальше. С наступающим вас Новым годом и замечательного бала всем нам. Спасибо. Благодарим вас, уважаемый Александр Сергеевич. А теперь, дорогие друзья, в соответствии с традицией бала танцуем вальс, господа!
друзья, видя этот вальс, хочется задаться вопросом. Это просто вальс или гранд-вальс? Наверное, гранд-вальс, глядя на вдохновленные, красивые, радостные лица наших участников. Дорогие друзья, начинаем торжественное награждение победителей второго всероссийского конкурса научно-творческих проектов студентов и аспирантов «Консерваторская наука». Номинация «Музыка и общество. Научно-просветительский проект». Лучшие проекты, представленные в этой номинации, оказались настолько интересными, что третье место было решено не присуждать и сразу перейти к выявлению лауреатов второй степени. Второе место присуждается студентке Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Диане Аксиненко за проект «Петербургские дожди» слушателям. В этом фильме Диана рассказывает о первом фестивале современной музыки «Петербургские дожди» в медиапространстве. Для этого ей понадобилось изучить многочисленные материалы о фестивале, взять интервью у организаторов и участников, посетить концертные мероприятия и написать несколько рецензий и обзорных текстов, уделяя особенное внимание премьерным исполнениям. Таким образом, мы видим большую исследовательскую работу, которую жюри единодушно рекомендовало поддержать. Диана, просим вас выбрать предсказание. Что же ожидает вас в следующем 2024 году? Давайте развернем его. В новом году вы переедете в Центр современной музыки. Вы хотите великолепно этого? Великолепно! Прекрасно! Поздравляем вас! Также второе место присуждается студенту Ростовской государственной консерватории имени Сергея Васильевича Рахманинова Даниилу Топольскому за проект «Цикл лекций-концертов. Как слушать классику». Даниил уверен, что сегодня необходимо приобщать публику к непреложным ценностям классического музыкального искусства и предлагает свой вариант решения этой задачи. Этот проект замечателен тем, что его автор смело противопоставляет музыкальную классику массовой культуре и уверенно движется к победе. Пожелаем ему успехов на этом очень нелегком пути. А теперь, пожалуйста, выберите предсказания для вас на следующий 2024 год. Раскройте нам, пожалуйста, тайну. Вы подготовите по одному научно-творческому проекту каждой из 9 номинаций «Консерваторская наука 2024». Предстоит год интересный. И главное, не перерваться. Спасибо, Даниил. Поздравляем. Первое место в номинации присуждается сразу нескольким авторам. Замечательная команда представляет Санкт-Петербургскую государственную консерваторию. Имена лауреатов: Антонина Козырева, Анастасия Малышева, Марина Мицкевич, Мария Макарова, Анна Гаевская, осуществившая проект «Космография певческих традиций». Одна за всех. Следует подчеркнуть, что проекты, связанные с древнерусским певческим искусством, не редкость для Санкт-Петербургской консерватории, одного из ведущих мировых научных центров в этой области. Мы рады, что одно из самых древних и авторитетных направлений музыковедения продолжает свою жизнь в трудах молодых исследователей, обретая новые формы творческого воплощения. Пожалуйста, ваше предсказание.
создадите свой уникальный аккорд, который будет узнаваем всеми музыковедами мира. Великолепно! Прометеев! Спасибо большое! Поздравляем вас! А свое поздравление победителям замечательной номинации подготовили учащиеся музыкального училища имени Гнесиных. Сейчас мы увидим прекрасную мазурку из балета «Капелия». Да, помнится, в прошлый раз, Светлана Валерьевна, вы упрекнули меня в том, что в 21-м году на балу не было мазурки. И уже через год мы пригласили студентов театрального факультета Саратовской консерватории. Ну и здорово же они исправили положение. До сих пор помню, как они танцевали. Эть, эть! Что говорить? Подержите. А, да не надо держать, я и так. Да, да, да. Это было очень-очень похоже. У вас замечательно, дорогой Виталий Владимирович, получается. Еще бы! Итак, мазурка! Дорогие гости, а теперь мы предлагаем вам станцевать с нами польку-тройку. Ребята, продемонстрируйте, пожалуйста, этот танец.
присмотритесь к движениям, они не так сложны. И в следующем фрагменте мы просим вас станцевать с нами. Поддержим аплодисментами. Кавалеры, проводите, пожалуйста, дам на свои места. Диплом лауреата вручается команде Астраханской государственной консерватории за проект «Я пущу стрелу». Проект реконструкции масленичного обряда старообрядцев Липован села Успех Камызякского района Астраханской области. Приглашаются Анна Гордеюк,
Александра Белькова и Валерия Пересветова. У нас только одна номинантка. Для реализации своего замысла авторы провели ряд экспедиционных выездов, проанализировали музыкальный этнографический материал, изготовили одежду и реквизит, реконструировали празднование Масленицы и представили все сделанное в видеоролике. Поздравляем с замечательным результатом. Выберите, пожалуйста, предсказания для вас и вашей команды на Новый год. За проект сыграть протяжную, как говорят местные жители. Этот проект впечатляет своей научной новизной. В нем впервые представлен подлинный документальный материал, касающийся бытования протяжных лирических песен южно-русского села Белгородской области. Интересной особенностью проекта стало то, что представленный материал дан в осмыслении самих носителей традиции. Поздравляем вас, это прекрасный замысел. Пожалуйста, Дарина, выберите предсказание. В новом году у вас доминант септаккорд всегда будет разрешаться в тоник. А до этого его разрешали в третью ступень, как Рахмана. Успехов! Поздравляем! Итак, первое место в номинации присуждается Александре Яковлевой, студентке Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки за проект «Старинная любовная песня, рожденная у Северного моря». Какая замечательная тема, а какое воплощение, Александра! Вы сосредоточили свое внимание на самом ярком явлении песенного репертуара русских поселенцев северо-востока Сибири. Проект содержит ценную информацию о двух этнотерриториальных группах русских, проживающих в этническом окружении на севере Якутии. Поздравляем вас от души за такую изумительную тему и прекрасное воплощение. Желаем вам и дальше открывать людям малоизвестные факты.
пожалуйста, выберите индивидуальное ваше предсказание на Новый год. Итак, в новом году вы обратитесь к немецким первоисточникам трактата Кёльнера «Верное наставление в сочинении генерал Басса». Замечательное предсказание для вас, Александр. Спасибо вам, еще раз поздравляем. Дорогие друзья, сейчас, когда мы поздравили лауреатов этномузыковедческой номинации, наступило время музыкальных подарков. Выступают будущие участники наших научных конкурсов, студенты музыкального училища имени Гнесиных, руководитель Юрий Леонтьевич Колесник. Прошу вас, пожалуйста. Святый вечер, во мне лёд.
Становимся в большой круг, пожалуйста. Thank you.
Большое спасибо! Все огромные молодцы! Поздравляем с наступающим Новым годом! Ура! Переходим к награждению победителей в номинации «Наставника наставничества в музыке и искусстве. Научно-педагогический проект». Диплом за внимание к истории «Альма-Матер» вручается команде Саратовской государственной консерватории имени Леонида Витальевича Собинова за проект «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». К 55-летию кафедры народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории приглашаются авторы проекта София Коноплясова, Ирина Чеплыгина, Лидия Учаева, Ольга Щеглова. Одна за всех. У нас сегодня это традиционно. Пожалуйста, вы у нас... София, пожалуйста, выберите ваше предсказание и расскажите нам о нем. В новом году вас ждет звуковое множество мощности континуума. Вот это да! Мне кажется, вас ждет замечательный, яркий, творческий год. Мы вас поздравляем! Спасибо, София! Успехов вам! Виталий Владимирович, наши гости настолько воодушевлены, такие радостные, счастливые лица, что, мне кажется, следующий танец нам нужно с вами обязательно станцевать. А пока... Диплом за воплощение теории в практику вручается команде Российской академии музыки имени Гнесиных. Проект «Полифония. Назад в будущее». Приглашаются авторы проекта Анна Брюховецкая, Василиос Биллас, Анастасия Иванова, Артем Казарян, Ольга Лазарева, Армине Оганесян, Анастасия Силаева и Дмитрий Яковлев. Молодцы, ребята, молодцы! Памятное фото, улыбки, радость и предсказания на следующий год каждому. Пожалуйста, подходите, выбирайте и нам озвучивайте. Нам очень-очень интересно, что же ожидает вас в следующем году. В новом году вы решите все проблемы музыкальной науки. Всего лишь за год. Вот так решаются проблемы нашими гнесинцами. Вас ожидает светлый ручей. Хорошо. В новом году вы преодолеете автоматические тяготения. С благальными пока еще подождем. Значит, в новом году вы перестанете путать постановки «Геликон опера» и «Битву экстрасенсов». Нас ждет новый творческий проект на телевидении. Вам поступит предложение от Федора Бондарчука написать музыку к его новому блокбастеру. Дорогие гости, вы слышите, какие предсказания у наших активных творческих ребят. Желаем вам успеха и воплощения ваших самых смелых творческих планов. Спасибо, поздравляем! Решением жюри конкурса присуждается только одно первое место. Итак, первое место присуждается команде Российской академии музыки имени Гнесиных за проект «Михаил Гнесин,
«Искусство быть педагогом». Авторы этого превосходного проекта – студенты Владислава Власова, Дарья Гинкул, Мария Демченко, Софья Косенко, Валентина Меркулова, Любовь Павловская, Владлена Бочкаева, Елизавета Сафронова и Глеб Чучарин. О, сколько народу. Девушки прекрасные. Исследователи обратились к педагогическому наследию основателя Гнесинской композиторской школы, изучив все доступные архивы Михаила Фабиановича Гнесина. Итогом стал фильм, основанный на малоизвестных фактах педагогической деятельности выдающегося музыканта. Поздравляем, девушки, вас со званием лауреата первой степени. Помнится, вам уже приходилось бывать в числе награждаемых на нашем балу. А позвольте поинтересоваться, личный вопрос, сбылись ли предыдущие предсказания? Я участвовала, получается, так, не в прошлом году, а в позапрошлом году. Вот, и мне выпадало тогда, что я буду много танцевать. И знаете, я действительно танцую. Что ж, будем надеяться, что и новые принесут интересные удачи. Пожалуйста, выбирайте сегодняшние ваши свежие предсказания. Девушки, пожалуйста. Подходите, пожалуйста, каждая, конечно. У нас предсказания для вас, для каждой. Девушки, снимаем ленты красивые, зачитываем. Мы с вами вместе порадуемся. Радость с нами разделите. Вы встретите Новый год в до-мажоре. Замечательная тональность. Если вы не сдадите кандидатский минимум сдаст вас. В принципе... Есть над чем задуматься. Итак? В новом году вы освоите искусство фуги. Здравствуйте, Гервер, Лариса Львовна. В новом году начнете практиковать пение на вдохе и пение с пустыми легкими на материале произведений Хайнца Холлигера по мотивам статьи Александра Рыжинского. Серьезно? Нет. В новом году вас похитят из Сираля. Вот это предсказание. Мы обязательно передадим Александру Сергеевичу то, что мы сейчас услышали. И Моцарт. В следующем году мы желаем вам создать лучшую медиакомпозицию в номинации «Научно-популярный фильм». Задумайтесь над этим. Поздравляем вас и успехов! Спасибо! А наш Гнесинский дом продолжает дарить свои выступления победителям научных конкурсов. И здесь хотелось бы поделиться одним небольшим эпизодом. В обширной корреспонденции, получаемой организаторами бала, на протяжении всего года был задан интересный вопрос. Зрительница пишет: «С удовольствием смотрю ваш бал в интернете. Обратила внимание, что Мария Власова, которая не раз выступала с сольными танцами, имеет степень кандидата наук. И это понятно, ведь бал-то у вас научный. Но все же любопытно, есть ли в Академии другие кандидаты наук, способные выступить в сольном жанре?» Мы с удовольствием даем положительный ответ на этот вопрос и приглашаем к выступлению кандидата наук, профессора Софью Валерьевну Ручимскую вместе с лауреатом международных конкурсов Алексеем Плаксиным. Они исполнят румбу.
вам необходимо немного остыть. Итак, перерыв 30 минут.
Дорогие друзья, давайте бурными аплодисментами поприветствуем наших танцоров, изумительных и прекрасных. А также с большой радостью поприветствуем наш замечательный оркестр, который вот уже третий научный бал вместе с нами, и его художественный руководитель и дирижера Андрея Рейна. А сейчас продолжаем нашу церемонию. Объявляются победители в номинации «Музыка моего региона», «Краеведение и регионоведение в музыкальной науке». Второе место в номинации присуждается Татьяне Новгородовой, студентке Нижегородской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. Татьяна получает звание лауреата за проект «Музыкальный телеочерк «Тихая родина». Проект посвящен культурным традициям села Дивеево Нижегородского края. Автор изучила документальные архивы, провела интервью и беседы с жителями села. Собранный материал позволил выстроить драматургически выразительный очерк, музыкальной кульминацией которого стало подлинное звучание «Славление Божьей Матери», созданного самим Серафимом Саровским. Эта уникальная находка обнаружена в Дивеевском монастыре аспиранткой Нижегородской консерватории. Поздравляем вас, Татьяна, с интересным исследованием. Пожалуйста, ваше предсказание. На самом деле исследование потрясающее. Сколько нужно было набрать материала, чтобы проработать и сделать такой замечательный проект. Наверное, предсказание для вас будет особенно душевным, духовным на следующий 2024 год. У вас появится неопределимое желание изучить все протоколы кафедры Государственного музыкального педагогического института имени Гнесиных за период работы Елены Фабиановны. Приезжайте к нам. Нам нужны помощники. Будем ждать. Спасибо. Поздравляем вас. Успехов. Переходим к номинации «Научная деятельность музыкантов-исполнителей». Третье место и звание лауреата присуждается студенткам Саратовской государственной консерватории Яны Отекиной и Алине Шефигулиной за проект «Театр новой музыки в контексте синтеза искусств». Авторы проекта предлагают новую форму презентации академической музыки. Это не просто концерт, а концерт-спектакль, в котором персонажи либо спорят о музыке, либо в доступной театральной форме рассказывают о ней. В итоге театр служит вспомогательным средством для музыки, а не наоборот. Мы рады, что в этом проекте побеждает музыка, и поздравляем лауреатов. Пожалуйста, ваши предсказания. Итак, победителя в 2024 году ожидает... Достигните согласия в дуэте с научным руководителем. Вот замечательное пожелание. Мы присоединяемся и поздравляем вас. Второе место в номинации и звание лауреата также присуждается студентке Саратовской государственной консерватории Людмиле Болдыревой за научно-просветительский проект «Академия старинной музыки». В этом году Саратовская консерватория явно лидирует по вовлечению исполнителей в научно-исследовательскую деятельность. Это замечательная тенденция. И надеемся, что она и дальше будет воплощаться в новых творческих формах. Поздравляем вас от души с победой и просим, выберите предсказания для вас на следующий год.
Пусть он для вас будет счастливым, творческим, наполненным радостью. И что же говорят нам наши пожелания? В новом году вы создадите звуковой четверг современности. Вот так. Поздравляем и желаем успехов. А теперь наш подарок лауреатам. Выступает ансамбль Юлианы Зиновьевой. Встречаем! Спасибо большое, Юлианна, за такое великолепное новогоднее поздравление. А теперь, дорогие друзья, переходим к номинации «Яркие и или неизвестные страницы национальной и мировой музыкальной культуры, документальный или научно-популярный фильм».
Третье место в номинации присуждается студентам Петрозаводской государственной консерватории имени Александра Константиновича Глазунова Юрию Петрову и Виктории Беловоловой за проект «Знакомьтесь, Борис Напреев». В проекте облик композитора реконструирован с опорой на различные источники. Статьи о нем и его сочинениях, его исследовательские труды, интервью и, главное, звучание музыки Напреева. Хотелось бы пожелать каждому композитору, чтобы в его честь был снят такой хороший, великолепный фильм-победитель. Спасибо, ребята, от души. Благодарим вас и поздравляем. А сейчас выберите, пожалуйста, пожелания на 20-24, и вы тоже, пожалуйста. Я думаю, одного на двоих не хватит, нужно каждому отдельное, чтобы увеличить радость. В новом году ваш кот исполнит вам ключи дела Мур-Мур. Вот так. А кот-то есть? Но будет. Купит. В этом году вы проявите рьяный интерес к изучению музыкального образования Месопотамии. Да, в Месопотамии сейчас, наверное, это на высшем уровне. Ребят, замечательно. Поздравляем. Желаем новых успехов. Еще одно третье место и звание лауреата присуждается студентке Петрозаводской государственной консерватории. Это Дарья Семко, представившая проект «Творчество как факт биографии и биография как факт творчества» о композиторе Александре Белобородове. Необычность этого проекта заключается в том, что биография композитора представлена в жанре научно-популярной фантастики, где реальность переплетается с вымыслом, а фантастика с документалистикой. Поздравляем научного руководителя, как я понимаю, Дарьи, с оригинальным опытом и желаем, чтобы он получил продолжение в следующих работах. Поздравляем от души и выберите, пожалуйста. Предсказание выбрать можно, но я думаю, что мы сделаем исключение, может быть, его не зачитывать, поскольку это личное, и вы передадите вашей студентке. Пожалуйста. Поздравляем. Поздравляем, благодарим. Третье место и звание лауреата присуждается студенткам Казанской государственной консерватории имени Назиба Гаязовича Жиганова Ирине Ившиной и Анастасии Ямщиковой за проект «Арсений. Арсений, аккорд твой живет». Забытый композитор Арсений Корещенко. Для того, чтобы реализовать свой благородный проект и обратить внимание на незаслуженно забытого музыканта, Ирина и Анастасия тщательно изучили архивные материалы, хранящиеся в Государственном архиве литературы и искусства в Российском национальном музее музыки. Получилось очень впечатляюще. Поздравляем с победой! Ваше предсказание, пожалуйста. Итак, девушки, что же ожидает вас в 24-м году? В новом году вы станете кандидатом консерваторских наук. Ура! Это же замечательно! В новом году вы подготовите доклады ко всем научным конференциям Российской академии музыки имени Гнесиных. Берем на заметку и ждем ваши доклады. Нижний Новгород к нам уже переезжает, и теперь переезжает Казань. Благодарим! Второе место и звание лауреата присуждается студентке Новосибирской государственной консерватории Анастасии Звягиной за проект «Волшебство приколера или заимствование превращается многоточие». Приколайш Майкла Наймана в саундтреках к фильму «Контракт рисовальщика». Анастасия выявила и изучила самые разные формы, при помощи которых происходит взаимодействие видеоряда и саундтрека в фильме «Контракт рисовальщика».
Получился очень достойный результат. Поздравляем вас, Анастасия, и предлагаем выбрать ваше предсказание. Это даже лучше, чем печеньки с предсказанием. Это настоящее формирование будущего в настоящий момент происходит, друзья мои. Не, ну это прям мое предсказание. Вот так. Ваш гений найдет реализацию в музыке к видеоиграм. Поздравляем! Ура! Успехов! Еще одно второе место присуждается студентке Нижегородской государственной консерватории Анфисе Худяковой за проект «Телевизионный портретный очерк Виктор Якимовский. Поэзия экспериментов». Поводом к созданию очерка послужил приезд композитора Виктора Якимовского на 7-й международный фестиваль современной музыки, организованный Нижегородской консерваторией и Союзом композиторов Российской Федерации в октябре 2022 года. Теперь это событие, в которое встроены и живое звучание, и анализ музыки, и интервью, станут достоянием широкой публики. Мы от души вас поздравляем за великолепную работу. Благодарим и просим выбрать пожелания, предсказания, напутствия для вас на 2024 год. Вы станцуете танец с саблями в московском «Спартаке». Спасибо. Поздравляем. Замечательно. Поздравляем. Первое место в номинации и звание лауреата присуждается Диане Томских, студентке Петрозаводской государственной консерватории, за проект «Ханс Абрахамсон и его чувство снега». Диана обратилась к музыке датского композитора, известного своим мужеством, стойкостью и непоколебимой любовью к музыке. Концепт «Снега», поставленный Дианой в центр исследования, в творчестве Абрахамсона становится символом чистоты и обновления. Мы поздравляем Диану и желаем ей хорошего, а я сбалагурю, снежного Нового года. Пусть он принесет обновление в самом лучшем смысле слова. Пожалуйста, ваше предсказание. Выполните учебный план. Мы в этом не сомневаемся ни на миг. Это замечательные предсказания для вас, дорогая Диана. А с этой номинацией, дорогие гости, случилось что-то невероятное. Еще одно первое место. Звание лауреата присуждается студенткам Новосибирской консерватории Дарье Гурезовой, Татьяне Авдокушиной и Лине Городецкой за проект Доминика Дзиполи, композитор латиноамериканского барокко. В центре исследования авторов проекта деятельность итальянского композитора 18 века, христианского миссионера в Парагвае. Поздравляем вас с интересной темой и ее убедительным, великолепным воплощением. Рады за вас, желаем вам новых успехов. А для этого выберите, пожалуйста, предсказание с пожеланиями на Новый год. В новом году вам захочется разобрать, а потом снова собрать рояль. Спасибо. Поздравляем. Замечательно. Такого мы еще не слышали. Но и это сбудется, если очень этого захотеть. Желаем вам, дорогие победители, исполнения ваших самых сокровенных мечтаний. А сейчас, дорогие друзья, объявляется вальс.
приглашаем исполнить вместе с нами замечательный бальный танец «Испанский вальс». Учащиеся училища сейчас продемонстрируют вам. Пожалуйста, посмотрите внимательно, потому что отказывать на балах нельзя. Пожалуйста, можно? Нашим кавалерам и дамам. Пожалуйста, променад по кругу. Прогуливаемся парами. Можно пообщаться и познакомиться. Дорогие гости, мне кажется, самое время проявить активность. Пройдем по кругу. Пройдем парами по кругу. Нам еще присоединяются желающие. Идем по кругу променад. Мы вас ждем. Ты меня будешь учить. Останавливается круг. Кавалеры даму выводят с правой стороны. Беремся все за руки. Проследите, пожалуйста, чтобы дамы стояли между кавалерами. Итак, вальсовый шаг вперед-назад и переход дамы вправо к другому партнеру. Итак, мы делаем 4 раза. Поверьте, кавалеры вам помогут. Дальше шаги в паре в круг. Из круга, в круг, из круга. И вальсирование на месте. Мы сейчас начнем наш вальс испанский в медленном темпе, спокойно, чтобы вы сориентировались, приготовились. Переход.
вальс, переход, вальс, в паре встаем, шаги. Вы прекрасны. Вальсирование на месте. И дама оказывается по правую руку от партнера. Замечательно. Вновь. Догоняем. Третий раз. И последний раз остаемся в паре. Перешли. Снова. Вальсирование на месте. И партнершу по правую руку переводим. Дорогие зрители, просим поддержать наших артистов громкими аплодисментами. Вальсирование на месте. И по правую руку партнершу перевели. Снова. Это был разогрев. И в пару поймали. Отлично. Вальсирование. И по правую руку переводим партнершу. И еще быстрее. Четвертый раз в паре. Вальсируем на месте. Переводим партнершу по правую руку. Кавалеры, помогите дамам, пожалуйста. И в пару. Вы великолепны. Вальсируем. Последний круг. Держитесь. Проводите кавалеры там на свои места.
новом году вы переедете в центр концентрической формы. Замечательно. Уже третий раз мы подтверждаем то, что скоро студенты Нижегородской консерватории приедут в Российскую академию музыки имени Гнесиных. И это замечательно. Спасибо. Поздравляем вас. Дорогие друзья, первое место в номинации присуждается студентке Нижегородской государственной консерватории Светлане Бужуевой за проект «Оживший голос флейтового органа». Идея создания проекта возникла в связи с восстановлением с помощью цифровых технологий роликового органа нижегородского мастера Ананьева, который недавно появился в Техническом музее Нижнего Новгорода, что еще раз подтверждает те слова о том, что музыкальная наука перешагнула границы музыкальных вузов. Поздравляем вас сердечно и просим выбрать пожелание на следующий год для вас. Столь обширная, но эмоционально насыщенная номинация. Поэтому предлагаем устроить небольшую разминку. А с удовольствием всех поддержим. Игра «Ручеек». Друзья, мы приглашаем вас на традиционную бальную игру, которая называется «Ручеек». Не откажите себе в этом удовольствии. Ребят, помогите, пожалуйста, включите наших зрителей. Ну, с этой задачей справитесь вы все. Давайте организуемся. Что, опять? Опять кто хочет? Наберитесь терпения, у нас еще много желающих. Они еще об этом не знают, но... Я так думаю, что мы не ограничимся одним ручейком явно. Пожалуйста, не отказывайте девушкам. Александр доходит до конца линии и заводит первый ручеек. А Евгений, пожалуйста, за Александром первый ручеек. Да-да-да, девушки, поворачиваем сюда. Все верно, друг за другом. Друг за другом. Евгений поворачивает второй ручеек. Пожалуйста, проходите, подстраивайтесь. Я могу.
Итак, друзья, давайте сделаем несколько шагов вперед, чтобы у нас все желающие могли поиграть в эту чудесную, веселую игру. Вспоминаем правила игры. Пожалуйста, ровным коридорчиком встаньте, поднимите руки вверх. Итак, пара, которая у нас стоит сзади, должна пробежать по коридорчику и выбрать себе партнера и партнершу. И вместе с ними пройти, выстроиться вперед. Ручеек тем временем движется назад. Пожалуйста, бежим по очереди и не спешим. Кто меня не понял, поднимите руки. Не понял. А кто понял, крикните «Ура!». Ну, остальные подстроятся, простите вы уж меня, мы готовы. Последние набегают, выбирают, да, и встают вперед. Руки не опускаем, а то это небезопасно. Ручеек отходим назад. Побежали. Ручеек отходим назад. Забываем отходить назад. Отходим назад, 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 не забываем. Ну, конечно, ниже поклон ректору, ниже. Браво. Отходим, отходим назад, не путаемся. Друзья, оркестр у нас неумолим, не устаем. По-моему, ситуация налаживается. Браво! Аплодисменты оркестру! Сергей Андреевич, вам аплодисменты! Кавалеры, проводите дам на свои места. Благодарим вас за чудесную игру. Живой танец. Виталий Владимирович, если вы помните, в начале нашего мероприятия сказал, что ему давно не 18. Я видела, как вы танцевали. Да, седина в голову. Замечательно. Спасибо, дорогие друзья, спасибо. Продолжаем нашу церемонию. Объявляются победители второго всероссийского конкурса медиакомпозиций «Звуковая среда современности». Номинация «Музыка для анимационных фильмов». Второе место присуждается Данилу Севастьянову. Данил – выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Члены жюри отмечают продуктивность композитора и желают и дальше совершенствовать навыки в
в области медиамузыки. Поздравляем Данила. Он присутствует? Наверное, Даниил... Мы сделаем это чуть позже. Дорогие друзья, первое место в номинации присуждается Наталье Яницкой, выпускнице Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова за проект «Бабугли». Эксперты оценили эту работу как весьма интересную и перспективную. Поздравляем, дорогая Наталья, за великолепную работу и такой большой труд. И желаем новых творческих успехов. А для этого одним из оснований выберите, пожалуйста, себе ваши пожелания на 2024 год. В новом году ваш плейлист будет лучше, чем на радио RTI. Ура! Это прекрасно! Мы вас поздравляем! Наталья, всего хорошего вам! Третье место. Нет. Переходим к следующей номинации. Музыка для игрового кино. И вот в этой номинации третье место и звание лауреата присуждается Алексею Карпову, студенту Московской школы кино. Его проект «Самурай» был высоко отмечен тонкостью инструментальной палитры и умением создать выразительный образ. Поздравляем Алексея! Алексей! Наверное, он вместе с предыдущим нашим победителем получит награду позднее. Второе место и звание лауреата получает автор музыки к фильму «Последняя программа» Альфия Гарайшина, выпускница Казанского государственного университета культуры и искусств. Альфия представила фильм об искусственном интеллекте, сюжет которого получил удачные музыкальные выражения. Поздравляем, Альфия! Пожалуйста, выберите ваше предсказание. Итак, в 2024 году Альфию ожидает... В новом году вы сыграете в «Бисер». С Германом Гессе. Замечательно. Поздравляем вас. Поздравляем. В результате строгого конкурсного отбора жюри вынесло решение. Первое место и звание лауреата получает Тимофей Горяшин, выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств и института звукового дизайна. Тимофей представил музыку к фильму «Партия», которая ранее уже получила известность у специалистов и была отмечена как перспективная. Нам она тоже очень понравилась глубоким музыкальным прочтением замысла и мастерством. Поздравляем, Тимофей! Пожалуйста, выберите предсказание. В новом году меня ожидает великая дружба. Замечательно! Дружба – это здорово, перспективно и великолепно. Это как раз после... реинкарнации оперы Мурадели, которая сейчас успешно прошла в Москве. Поздравляем, Тимофей! Больших вам успехов! Еще одно первое место получает Петр Даниэль Байков, студент Московской государственной консерватории. Позавчера Петр с блеском защитил две представленные им работы и эффектное домашнее задание, что в совокупности привело к очень высокому результату. Поздравляем вас! Пожалуйста, диплом. Пожалуйста, фотография для такого памятного момента. И предсказания с пожеланиями на 2024 год
Дай Бог, он для вас будет очень счастливым. Итак, Питер ожидает. Никто, кроме вас, не организует самую масштабную в мире конференцию, посвященную интонации восходящей сексты. Ура! Ждем приглашения. Спасибо, поздравляем. Дорогие друзья, и, наконец, номинация «Музыка для рекламы». Третье место и звание лауреата присуждается Игорю Попову, студенту Российской академии музыки имени Гнесиных. Поздравляем Игоря и желаем ему дальше сочинять прекрасную, успешную музыку. Поздравляем от души, великолепная работа. И предлагаем выбрать для вас пожелания на 2024 год. Итак, Игоря в 2024 году ожидает? К следующему балу вы подготовите концертные выступления, состоящие из произведений композиторов Гнесинцев. Произведений композиторов Гнесинцев. Прекрасно. Второе место и звание лауреата присуждается Чэнь Кайлунь, студентке Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова за проект «Дуньхуан. Город в Ганьсу». Эта работа привлекла внимание жюри своей высокой эстетичностью и утонченностью. Поздравляем вас! Поздравляем сердечно! Примите, пожалуйста, диплом, памятное фото. И не сомневаемся, прекрасные пожелания! Мы передадим его отдельно. Первое место и звание лауреата присуждается Илье Марфину, студенту Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского за проект «Бегущий по лезвию». Желаем Илье успеха и желаем новых творческих достижений. Примите, пожалуйста, диплом, памятная фотография. И, пожалуйста, счастливые пожелания на 2024 год. Итак, Илью ожидает. В новом году источником ваших композиционных идей станет музыка коренных жителей Камчатского полуострова. Камчатского полуострова, дорогие друзья. Я думаю, это вам понравилось. Ура! Еще одно последнее сказание. Еще одно первое заслуженное место и звание лауреата единогласным решением жюри присуждается Руслану Лепатову, студенту Российской академии музыки имени Гнесиных. Жюри отмечает высокий профессионализм нашего конкурсанта. Прекрасный потенциал для дальнейшей успешной деятельности. Поздравляем с замечательным успехом. Мы рады, что вы поступили в нашу академию и приняли участие в конкурсе. Пожалуйста, ваше предсказание. Поздравляем и просим выбрать самостоятельно. Своей рукой определите, пожалуйста, что же ожидает вас в 2024 году. Вам захочется выучить весь список нотного приложения книги «Русское гармоническое пение. 19 век» Натальи Гулиницкой. Спасибо. Будет чем заняться. Благородная задача. Поздравляем вас. Спасибо. Предлагаю еще одну небольшую разминку.
Виталий Владимирович, вам, наверное, так понравилось. Пока еще не сертами. Играть в ручеек. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста. Галоп! Галоп, дорогие друзья! Мы сейчас с вами поиграем в очень простую и веселую игру. Бесконечный галоп. Ребята сейчас продемонстрируют вам. Ну а потом мы сотворим фокус. И сделаем так, чтобы зрительный зал полностью опустел. Настройтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Итак, мы встаем, парни, широким коридором. Крайняя пара, пожалуйста, Миша с Лерой, покажите, соединяются и галопом под сколками скачут по коридору в конец. Дойдя до конца, опять расходятся и продолжают коридор. Снова следующая пара. Давайте сделаем это под музыку и потом включим наших гостей в прекрасную игру. Возьмите, пожалуйста, пару себе и продлите нам коридорчик. Давайте поиграем, дорогие друзья, на прощание. Коридор у нас не разрушается, мы стоим. Ну что, ребята, вперед! Приглашаем наших гостей на игру. Можно кому-то остаться, да, чтобы недолго не выстраивать коридор. Мы неумолимо движемся к финалу. Не нужно себе отказывать в веселье и положительных эмоциях. Присоединяйтесь к нам. Пожалуйста, шире коридор. Встаем лицом друг к другу, напротив друг друга. Давайте-ка я проверю наш коридор. Я зачем пришел? Пока скачу я. Проверяю коридор, скачу. Разошлись, пожалуйста. Я скачу. Курчик мне. Можно похлопать, я, пожалуй, не откажусь. Это звездный час явно. Благодарю. Вы прекрасно справились с задачей. Итак, готовы? Не слышу, готовы? Только, пожалуйста, друг друга пропускайте. Одна пара проходит почти до конца. Когда пара скачет по коридору, мы хлопаем и всячески поддерживаем ее. Давайте я посмотрю, как вы сейчас будете поддерживать пару, идущую по коридору. 3-4. А поддержка? Следующая пара. Поддерживаем громче.
и можно поскандировать. А теперь все вместе с Новым годом, с Новым годом, с Новым годом. «Свадьба» по рассказам Чехова. Вот там был галоп, так галоп. Но наш, по-моему, перекрывает. Изумительный новогодний галоп. Спасибо, дорогие друзья. Позвольте назвать имена тех участников наших конкурсов, кому решением жюри был присужден почетный диплом. Их награда будет вручена индивидуально, а информация размещена на сайте Российской академии музыки имени Гнесиных. Итак, дипломантами конкурса «Консерваторская наука» стали в номинации «Музыка и общество» научно-просветительский проект «Любовь Глаголева», Уральская государственная консерватория, проект «Уроки древнерусской певческой грамоты», «Урок любви». Сурен Платонов, Анна Еприкян, Анна Букина, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Проект «Легко на сердце от песни веселой». Дорогие девушки, мы вас поздравляем. Великолепная работа. Выберите, пожалуйста, себе пожелания с предсказаниями на новый творческий год. На научном балу 2024 года вы представите танцевальную сюиту из лучших сценических движений «Дункан». Айседора Дункан, это прекрасно! Немножко надо будет поработать, чтобы затмить. Год вам принесет радость, счастье и новый научный проект на золотой секвенции поп-музыки 80-х. Я думаю, это будет несложно. Она вся строилась тогда на золотых секвенциях. Поздравляем! Желаем успехов! В номинации «Сохранение нематериального культурного наследия народов России» научно-экспедиционный проект Лиана Федорова, Мария Барабанова, Казанская государственная консерватория. Проект «Похоронно-поминальный комплекс Вятских Марий». Поздравляем, поздравляем от души вас за великолепную работу. Вы, наверное, за кого-то, да, принимаете? Хорошо. Тогда возьмите, пожалуйста, для вашей коллеги пожелания и передайте ей. Мария Фролова, Государственный, Московский государственный институт культуры. Проект «Балалаечка играет, балалаечка поет. Традиции Нижегородской области». В номинации «Наставник и наставничество в музыке, искусстве» научно-педагогический проект.
Зарифа Вагабова, Абдулла Зайдиев, Махачкалинское музыкальное училище имени Гасанова, проект «Наставник будущего дагестанской профессиональной музыки». В номинации «Музыка моего региона, краеведение и регионоведение в музыкальной культуре» Алена Кобзова, Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского, проект «Самодеятельное хоровое искусство Луганска». Вера Перминова, Петрозаводская государственная консерватория, проект «Историко-музыкальная обзорная экскурсия Сартовала, поющий город на Ладоге». В номинации «Яркие и или неизвестные страницы национальной и мировой музыкальной культуры», документальный или научно-популярный фильм, дипломом за внимание к яркой личности исполнителя награждается Варвара Верховых, Нижегородская государственная консерватория, проект «Федор Шаляпин в Нижнем Новгороде». Мы поняли, что вы не Варвара, мы вас уже видели и поздравляли, и благодарили за ваш прекрасный проект. Передайте, пожалуйста, Варваре диплом и персональное пожелание. Благодарим. Возьмите, пожалуйста, Варваре, передайте. Дипломом за интерпретацию этнографических источников в собственных рисунках Марина Гибадулина, Российской академии музыки имени Гнесиных. Обряд марийской свадьбы и его отражение в опере Эрика Сапаева «Акпатыр». Все раритетные инструменты станут на год старше. Такой еще не с каким-то подтекстом. Поздравляем вас. Поздравляем. Дипломом за внимание к малоизвестным событиям в истории музыки награждается Екатерина Касаева, Нижегородская государственная консерватория, проект «Забытые страницы», Сергей Липунов в Нижнем Новгороде. Передайте, пожалуйста, Екатерине диплом и пожелания на 2024 год. Дорогие друзья, завершая церемонию награждения, мы также хотели бы поблагодарить и отметить консерватории, принявшие наиболее активное участие в нашем конкурсе и представившие несколько проектов победителей. Им также будут вручены благодарности. Дорогие наши гости, участники конкурсов, их научные руководители, педагоги Российской академии музыки имени Гнесиных и всех вузов, поддержавших наше веселое новогоднее торжество, мы благодарим вас за то, что вы пришли на этот бал и веселились сегодня вместе с нами. Благодарим всех за поддержку нашей музыковедческой науки. Как мы могли убедиться за эти два дня, она открывает необозримые горизонты. Музыковедение не дает стереться из памяти идеям выдающихся музыковедов и педагогов-исполнителей, превращая в вечно горящий огонь их дела и достижения, их любовь к ученикам. Дорогие друзья, на этом балу нет ни одного человека, кто был бы не причастен к сегодняшнему вечеру. Команды проектов, их научные руководители и идейные вдохновители, члены жюри, музыканты оркестра, руководство академии, вузы-партнеры, коллеги из Министерства культуры, оказавшие всю возможную поддержку, руководство Российской
Государственной библиотеки и дирекции этого прекрасного зала. Всем вам огромная благодарность и пожелание самого прекрасного в наступающем новом году. Давайте же наш заключительный танец станцуем все вместе в знак того, что мы делаем одно общее дело на благо российской культуры.
друзья, сейчас селфи у вас будет сколько угодно. Но как бы нам этого не хотелось, нам, ведущим, мы должны выполнять регламент и сказать: на этом новогодний научный бал Российской академии музыки имени Гнесиных объявляется закрытым. Спасибо за прекрасный вечер. С наступающим Новым годом! Дорогие друзья, победители, участники, сердечно поздравляем вас с наступающим 2024 годом. Пусть он принесет вам много радости, много новых успехов, покорение вершин, творческих достижений, умножения счастья в ваших семьях и крепкого здоровья всем вам. Пусть он будет добрым для всех нас, пусть он будет благословенным для всех нас, и мы проживем его в мире, добре и согласии. Счастливого Нового года!